Добрый день, мои дорогие и любимые. Прямое включение возле цирка. Сегодня четверг. Я 3 дня была дома, 3 дня никуда не выходила. Городские будни, все работают. И я тоже вышла на работу. Показываю вам, что у нас сегодня в четверг происходит. Люди работают. Молодцы. Так держать. Правда, непонятно, они что, тут деревья вырубили, скорее всего. Идемте дальше, посмотрим. Ну, молодцы, молодцы. О, липа цветет, смотрите. Да, мне кажется, она уже даже отцвела. Уже сыпется. Столько ее здесь много. Ой, запах, запах обалденный. Все разломали даже здесь, возле заправки. Ну, зато будет. Ой, женщина идет что? Прямо по дороге. Еще с ребенком, с коляской. А я иду в центр, посмотрю, что там. Обстановку проверим. Возле цирка. Вот цирк даже виден уже. Столько зелени. И плохо видно. Не знаю, будет дождь или нет, но я зонтик взяла, так что если что, сяду на троллейбус и приеду домой. Так что вот так. Кто писал цирк разруха? Ну, разруха, но восстанавливают же. Потихоньку. Крышу сделали, стеклопакеты поменяли, эти окна поменяли, стеклопакеты поставили, двери входные поставили, так что все нормально, дай бог, все восстановит. Что разруха? Внутри разруха, да, но снаружи, слава богу, что... Не довели до такой ситуации, пока оно не начало рушиться все. Так что все нормально. Будем надеяться. Еще и в цирк пойдем. В скором будущем. Все, всем хорошего дня. Хорошего дня, хорошего настроения. Все будет хорошо. Так, сейчас здесь покажу немножко. Всем мира и добра. Ничего себе, да, как близко. О, еще один. Все, всем пока-пока. Цирк покажу еще. Подписывайтесь, кто не подписан, подписывайтесь. Не забывайте. Все, всем удачи, здоровья, добра, мира, самое главное. Главное сейчас мир. Все, всем пока-пока.